Кто себя помнит в 5-летнем возрасте? Я не хотела, чтобы ты это помнила. Я хотела, чтобы ты забыла. Вы ебанутые? Хотя нет, вы ебанутые. Их изнасиловал мужчина в 5-летнем возрасте. Такое никогда не забудется, ибо это самая жесткая психологическая травма, которую можно причинить ребенку. Да и плюс к тому, если ты хотела, чтобы это все забылось, то какого мать твою хрена ты хранила их фотографию из садика? Почему ты ее не сожгла? Потому что... А, ну да. Конечно, это же Уэсли Стрик, говноед похлеще, чем сценарист «Бэтмен против Супермена» Дэвид Гойер.